персики за упаковку $3. $1.97 упаковочка редиски. Здесь у нас 1 паунд 454 грамма и 2 зеленых лука по 87 центов. Так, что нам еще сегодня нужно? Сейчас посмотрим. Так, мы еще продали помидоры за $1.27 за паунд. Очень дорогие в этом году помидоры и несколько бананов. Идем дальше. В дополнение появился белый хлеб. Черный хлеб, мини-морковочка, там $3 за эту упаковочку, и чеснок 57 центов, китайский. Так, йогурты за 3.33 появились, яйца за 2, там 50, меньше чуть-чуть. У нас появилось кофе по скидке сейчас за 2.90, а также... Купила прецелы такие на Movie Night. И это, и водичку. Завтра мальчик придет в гости, чтобы у него было пожевать чипсики и прецелы. Ну и нам на Movie останется, на ночной. Так, еще взяла соевый суп. Он по 3.50. И листья для суши. Так, еще пошли огурчики у нас. Польские огурки с dill pickles, это значит, что они с вкусом укропчика. Вот были такие еще bagel bites по скидке по доллару, я их люблю. Ой, упал, ой. И еще такие я беру макаронки быстрого приготовления. Я их готовлю отдельно, без приправ, просто так как они яичные, детки их любят. И быстро. Собираемся на Moonlight Movie. Снять. Как мы сейчас будем идти? Как все люди идут? Туалеты в библиотеке. Да, а? Говорите это видео. Габуся, тебе нравится? Капуса моя, Даша. Вот, разбирают наши ступеньки. Слава Богу, началась работа. Все, уже вынесли мусор. Сейчас все, он содрал вот это и поехал в магазин за камнем. Он будет устанавливать. Сегодня перейдет дождь после обеда, но мы будем очень сильно просить Бога, чтобы не было дождика, чтобы он закончил сегодня эту работу. Вот трактор оставил здесь. Так что вот так. Такие обновочки у нас.
Так, вот он уже поднял левел и выстраивает ступеньки. Вот. Работа жаркая. Сейчас это солнечная сторона. Жарко, я вот вынесла ему уже бутылочку воды холодной. Вот. Работает один. Так у нас начинается второй день. Сегодня Асаф этот придет после обеда и будет заканчивать вот этот бассейн, как мы его называем, достилать вот этот этаж. Вот. Ну, пока сделаны вот такие ступеньки уже шикарные. Сейчас я их попытаюсь снять вот с этой стороны. Вот так. Здесь сейчас свет отбивает, плохо видно. Здесь еще кое-что осталось. Вот так сбоку это видно красиво. И вот такие будут ступенечки. Сегодня он должен закончить. Хочешь пойти перенести? Привет, дорогие друзья! Сегодня мы все вместе направляемся в сторону Ниагары. У нас большие планы, что увидеть. Нет, у нас уже просто снято очень много видео. В ту сторону мы ездим часто летом. Сегодня цель увидеть, в общем-то, конечное в 10 часов вечера салюты на Ниагаре. Вот. А там до этого момента мы едем на Хайду, на лодку, еще что успеем посмотреть, что есть какие-то планы, ну, как удастся. Вот. Мы вам все покажем вкратце, потому что большие видео уже много есть снято на канале, я вам их приложу сюда в окончании видео, сможете посмотреть. Вот. А сегодня просто едем по нашему обычному августовскому маршруту. Поехали с нами. We'll be right back.
пока. А тот, кто ищет, всегда найдет даже в музее корабля рисунки. Да, Габуся, выбирай, что ты хочешь нарисовать. Зайкульчик. Рисуй, не бойся, мама тут с тобой. Да, рисуй, зайкулька. Да, мой зайчик, да. Правильно, красненький. Умничка. Hi. Прикольняк. И вот наш обед или ужин. Помидорчики, курочка, булочки из Костка. На всю семью. Дешево, сердито. Oh,